Всем привет, с вами мы снова Metal Sonic, и мы продолжаем проходить замечательную игру на Sega Mega Drive под названием Sonic the Hedgehog 1. Как вы помните, в прошлой серии мы прошли супер сложный уровень Labyrinth Zone, ну для меня, по крайней мере, сложный, и подошли уже ближе к концу игры, к одной из моих любимых зон, Starlight Zone. Серьезно, эта зона мне просто очень нравится. Своей музыкой и своей вообще атмосферой. Такой, знаете, скоростной этап себе. Так. Ну это вообще, конечно, супер скорость. Так, понятно. Фейл с самого начала. Так. Фух. Господи, я даже в Sonic Mania такого, ну, хардкора не было. Ну как хардкора, относительно хардкора. Так. Воу, что это было? Так, говорят, в этой игре с коллизиями проблемы были. Просто потому что разработчикам было лень делать плотные объекты, в смысле стены вот в этой игре. Так. Каким боком здесь вообще оказались фаерболы, серьезно? Про них я совсем забыл, то что они в этом уровне есть. Блин, а летят они довольно-таки далеко, на самом деле. То есть никакого скрипта у них нет, чтобы они перестали лететь. Интересно, а что если довести его до конца уровня? Там уже какой-то глюк произойдет, блин. Да и что происходит, я не пойму. Нужно быть аккуратнее, во-первых. Во-вторых, мне бы жизнь не помешала, знаете. Так. Этот уровень я постараюсь проходить как-то, не знаю. Поэксплоить его немножко. Так. На предмет колец различных там ништяков. Так. Серьезно, музыка просто зашибенная в первой части. Ну, знаете, как-то в первой части, по моему мнению, есть своя атмосфера, как-то отличается она от следующих все равно. Какая-то она такая простенькая, ламповая. Ну, если вы понимаете, конечно, что мне. Так. Кстати, у меня почему-то недавно появилось желание записать фан-игру, довольно-таки прикольную. Sonic Robobus. То есть это, по сути, симбиоз трехмерных игр про Соника и двухмерных. То есть там трехмерная графика, состоящая из спрайтов. В общем-то, игра сделана на движке Бума, как-нибудь постараюсь в нее поиграть или даже пройти. Не так или иначе, пока мы тут говорили, я дошел до конца уровня. Так. И это радует на самом деле. Так, обидно то, что я не смог собрать колец, чтобы жизнь набрать. Так. Вот здесь главное не убиться. Так. Что происходит? Соник нет. Так. Блин, я не хочу попасть под град. Да блин. Под град этих фугасов попали, или как они называются. Короче, хз. Блин, задний фон довольно-таки занимательный, на самом деле. Вот не знаю, почему мне эта зона напоминает, но эту зону мне напоминает Chemical Plant. Давай, Соник, лоу. Соник бежит со скоростью черепахи. Так, что у нас здесь? Соник гиперактивный немножко. Так.
Я не понял, они что, вверх ногами взорвались? Довольно-таки странный ход. О, эти хрени, ненавижу. Так. Кстати, вот с этими фигнями будет связана битва с боссом. То есть завязана на этом. Ой. На самом деле, тут крупно повезло. Так, сюда. Главное не грохнуться. Воу, я смогу заработать Эзмеральд Хаоса, отлично. Если не лоханусь, конечно. Так. Воу, спокойно, Соник. Так. Так, я уже сбился со счета. Какой это изумруд? О, уже пятый изумруд. Я что-то не ожидал, честно говоря. Блин, на самом деле на запись я эти самые изумруды собираю. Как-то, не знаю, легче, чем обычно, что ли. Так, пожалуй, сохранюсь. Блин, конечно, не очень удобно, что в игре нет спиндэша, на самом-то деле. Так. Блин, на этом уровне такая спокойная музыка, что клонит в сон. Серьезно. Так. И смерти. Что получается, их и убить не могу? Странно. Так. Gotta go fast, gotta go fast. Так. Давай, Соник, gotta go fast. Блин, этот момент скопирован с первого акта, серьезно. Который я сейчас проходил. Так. Так, я что-то не понимаю, куда мне идти. А, вот куда. Мне тут столько мертвых петель этих самых. Да и, блин, на самом деле от обилия врагов тут даже игра залагала. От обилия спрайтов. Так, у нас какая-то шипастая. Шипастый маятник. Так, здесь лучше, пожалуй, понесусь, так сказать. Да ё-моё, фух. Это было АЭСка на самом деле. Так. Воспользовался мгновенным бессмертием. И вот, дорогие друзья, самый... Один из тупейших боссов просто, я не знаю, как назвать, в истории Соника, так. Серьезно, он сам наступает на свои же... грабли. Наш якобы умный доктор Эггман. Так. Ну хорош. Так, я что-то... Так, нужно сосредоточиться, наверное. Чтобы лучше... Чтобы смочь его победить. Так, я сейчас что-то... Говорю, смочь. Ну ладно. Да ё-моё, давай. Серьёзно, ненавижу этого босса. Так, вроде бы ему еще один хит остался. Да сколько тебя бить можно, чувак? Так. Наконец-то. Всем привет, собственно, я вернулся. Пришлось немножко, заново, так сказать, пройти босса. Так или иначе, я вернулся. Так, лучше сохранюсь. В избежании каких-нибудь ляпов. Так. Блин, я хотел отправиться вниз. Так, чувак, отправляй меня вниз. Отлично. Внизу легче, по-моему.
По-моему, здесь нас не поедают. У нас какие-то, видимо, механизмы у Эггмана. А у меня одного возникает вопрос, как Эггман сам здесь передвигается, серьезно. Точнее, работник. Мы же играем в классику, так. У нас скайп мешает немножко. Фак, вот это было близко. Так. Так, отлично, из этого мы выбрались, в принципе. Блин, это уже не Соник, это Супер Мидбой какой-то. Так. Да, блин, тут даже не предупреждают. По сути, тут просто такой машап всего понамешанный из разных левелов. Враги из той же Marble Zone. Лава из Marble Zone. А все остальное какое-то новое. Так. Здесь нужно сноровку вот такого проявить, знаете ли. Так, рискну, да ё-моё. Извиняюсь за использование сейвов. Я на самом деле вниз-то хочу. Отлично просто, так. Пожалуй, я лучше не буду рисковать, пойду обычным путем. А, он все равно меня сюда привел. Ну ладно. Мы имеем, что имеем. Так. Да хватит. Как я ненавижу эти. Самое главное, это не сохраниться на смерти. Серьезно, тогда будет полный зашквар, как говорится. Так. Долбанные исчезающие платформы. Так, пожалуй, сделаю потише. Сделаю потише, я подозреваю, что меня плохо слышно. По-моему, у этой зоны всего лишь один акт или два акта, я вот не помню точно. Кстати, если кто знает, если кто играл в Master System версию, то есть 8-битную версию Соника вот этого, на Sega Master System, то там все, наверное, знают то, что Scrap Brain Zone был намного легче. То есть там, по сути, просто тупо лабиринт. А здесь... Фиг знает что. Все, ну тут просто... Уровень утыкали ловушками тупо, и все. Не знаю, для меня он какой-то не очень запоминающийся. Просто, как я и сказал, напичкали ловушками. Уровень и все. Так, тайминг. Тайминг, я сказал. Так. Так, ну здесь нам крупно таки повезло. Здесь нас ждут какие-то роботы-свиньи. Да-да, роботы-свиньи. Или это мишки, я, честно говоря, не совсем понимаю. Что это за ублюдки такие? Так. Блин, задний фон довольно-таки хорошо сделан. Как это, даже векторный, я бы сказал, задний фон. Серьезно, он был, его можно было добавить запросто в... В Sonic Mania задний фон этого уровня. Так, мы уже, по сути, на финишной прямой. Так, Sonic, отлично. Давай, не подведи меня. Так. Сосик, фух. Если я не ошибаюсь, Scrap Brain у нас... В Scrap Brain у нас два акта, а третий акт это уже Final Zone. Как-то так будет. Я надеюсь, что... А, нет, три акта, ошибочка. Нам же еще придется заново пройти лабиринт Zone. О, нет.
Только не это, серьезно, я ненавижу Labyrinth Zone. Зачем они заставляют меня заново ее проходить? Так, Соник сделал немножко умную походку. Господи, я ненавижу Эггмана, серьезно. В первой игре он просто перегибает палку со своей сложностью. Со своими этими изобретениями, то есть. Я сейчас именно про Эггмана говорю. У нас циркулярки, да, циркулярные пилы эти дебильные, так. От этого я никак не ожидал. Так. Так, давай взрывайся уже скорее. О, это было близко, да что ж такое? Жизнь мне, видимо, так и не дадут заработать. Так, я не намерен кольца терять. Нет. 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 Фух. Хотя у меня всего 5 колец, в принципе, их не обидно. Сволочь. Сволочь! Я уже даже из-за этой сложности, я даже не знаю, что комментировать. Серьезно. Темы как-то закончились. Кстати, забавный факт. С Эггмана в самом начале главным героем игры хотели сделать Эггмана. Ну, как Эггмана, прототип скорее. И Эксел Эггман был основан на Рузвельте. Так. 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 Что, слабо со мной сразиться? Так. Блин, ну я уже на самом деле на каждом шагу сохраняюсь. Серьезно, все, на что способно было воображение разработчиков? Просто тупо перекрасить Scrap Brain в белый цвет и все. Серьезно, я все понимаю, но вот этого вот я вообще не понимаю. Так. Нафига надо было так делать? Зачем? Серьезно, игроку, наверное, уже достаточно сложности, которые он испытал на Scrap Brain. Ну, именно я. Почему я должен заново его проходить? Это, наверное, таки напрягающий момент. Так. Так, конечно, колец вот этих бы собрать. И воздуха. Так. Давай. Блин, мне почему-то вспомнилась короткометражка из Sonic Shorts. Если вы помните, про Умучао, где Sonic... Тупо задохнулся под водой. Так. Серьезно, эти пузыри просто в неподходящий момент появляются. И исчезают также. Да Соник, ёперный театр. Так. Блин, ты сволочь. Так, все, этот чувак получил, в принципе, тут по заслугам, так сказать. Так, чувствую, я мог сейчас задохнуться. Так, еще раз возьмем кислород. Блин, эти чувачки выпрыгивают неожиданно. Не всегда заметны. Так.
Так, посол нафиг. Так. Он может двигаться только в одну сторону. Тоже про это была короткометражка в Sonic Shorts, я вспомнил. Серьезно, если вы смотрели, то наверняка поймете, я думаю. Смысл прикола. Так. Чувак, фух. Так, чуть не подохли. Так, это было близко, вау. Ну как на самом деле легко я прохожу этот уровень. Легко прохожу. Так. Тут нам что-то нужно сделать. А, все понятно. Так. Так, нет, пожалуйста. Боже мой, нет, нет. Мне неохота поигрывать, пожалуйста. Фух. Слава богу, успели. На туе, давай, фух. Что это такое, господи? Мне еще повезло, что я подобрал хоть одно кольцо. Фух, я наконец-то дошел до этого. До этой фигни, на самом деле. Так. Ну вот он, дорогие друзья. Финальный босс. Фух, это было близко. Финальный босс игры Sonic the Hedgehog. Так. Ну, я думаю, если вы Sonic-фан, как и я, то не нуждайтесь представление об этом боссе. Вы что, издеваетесь? Так. Это как вообще произошло? Как это понимать? Так. На самом деле, босс даже скучноват для финального. Так, не успел. Ни одному на заднем плане помещались глаза. Серьезно, вот эти фиолетовые. Ты что, упоротый, что ли? Так. Ладно. Хватит мемасов. Давайте уже победим этого чувачка. Так. Фух, вот как так пронесло? Давай, Соник, ты можешь... В принципе, тут все понятно. Главное тайминг, так. На самом деле у меня фигово получается соблюдать этот самый тайминг. Так. Пожалуй, стану здесь. Так, да сколько ж тебе еще ударов? Так. Если я не ошибаюсь, ему нужно 6 ударов. Или 8. Слово уточнить надо, я даже забыл. Так. Блин. Да блин, я был так близок уже к цели этой. Блин, дебильный. Так. Так. Это я запомнил. Серьезно, босс ни о чем вообще. Так. К слову, насколько я помню, в одном из уровней, по-моему, Меха Маднес, как-то Металлик Маднес он назывался, в Sonic Mania, появлялся вот этот босс. Ну как босс, ремейк этого босса. Так. Не понимаю, зачем его туда впихнули. Так. Так, Яйкин на своей... На своем летающем валенке он летает. Сюда свидание. Ну и, собственно говоря, дорогие друзья, это все. Мы прошли игру Sonic the Hedgehog.
Конечно, изумруды все я не собрал, как обычно. Потому что я ленивый и все дела. Ну, в принципе, большой роли это не сыграло. И на самом деле, тут я эту игру, когда сейчас поигрываю в эту игру, она мне даже больше нравится. Потому что последний раз я ее где-то года два назад прошел до конца. Ну и да, вот это и есть истоки серии Соника. Ну хотя, зачем нужно об этом говорить? Ведь если вы смотрите этот видос, вы наверняка знаете все об этой игре. Так. Возможно, в будущем я пройду в следующие части, даже, может быть, Sonic CD. Ну, так или иначе, всем пока, с вами был Metal Sonic. Если вам понравился данный видос, подписывайтесь, ставьте лайки. И вступайте в группу ВКонтакте, ссылка на которую будет в описании. Ну а сейчас всем goodbye.